Вот я сейчас нахожусь на площади Саакадзе, Тбилиси. Вот. Я собираюсь сейчас потестировать два таких микрофончика. Один из них Боя. Модель BY-V20. И второй микрофон — это подделка под Боя. Ну, он имеет просто другой разъем на AUX, или как он называется, вот такой вот разъем, джек просто, да, аудиоджек. Ну, сразу скажу, что качество этого звука будет вообще отстойное, вот, а у этого я уже проверял дома, вполне приличное качество звука. Вот сейчас я буду записывать на них, и увидите, какой звук будет получаться. Кстати, снимать я буду со стедикама, вот с такого, DJI Osmo Mobile 3. Уже шестая версия вышла этого стедикама, но, в принципе, они не сильно по большому счету отличаются друг от друга. Вот. Будем сейчас записывать на него. С него, вернее. Ну, окей, отлично. Вот сейчас я включил запись. И камера у меня сейчас находится на стедикаме. Я сделаю круговой обзор небольшой, посмотрим, как стедик держит вибрацию камеры. Окей. Ну, отлично. И заодно проверим запись микрофона. Кстати, я должен показать, где я закрепил микрофон. Я его закрепил немножко нестандартно. Сейчас я покажу. Окей. И если можете увидеть, если видно, да? Я микрофон зацепил дополнительно, у меня наушники. И от наушников вот такой торчит микрофон, я его зацепил здесь. По-моему, так намного лучше будет звук, как мне кажется. Не на лацкане куртки, а у себя на микрофоне, да? Хорошо, то есть видно, в принципе, да? Сейчас, так, секунду. Сейчас у меня без шумоподавления включил микрофон. Сейчас я включу функцию режим шумоподавления. И тогда он загорается, лампочка на нем. Так, не видно. Сейчас, секунду. Один момент. Вот так должно быть видно. Лампочка должна гореть зеленым цветом. Вот сейчас режим шумоподавления стоит. И задние шумы у нас не должны быть слышны. Окей, хорошо. Ну, как-то так. Отлично. Функция слежения за лицом у меня не работает. Почему? Потому что я сейчас записываю в простой видеокамере, не в родном приложении Osmo Mobile, Osmo DJI Mimo. DJI Mimo называется, да, программа для записи со стедикама. Поэтому функция слежения за лицом у меня сейчас не работает. Режим шумоподавления пока не отключил. Самокат я бросил около столбика. Подожди. Он стоит привязанный. Гуляю тут, хожу по площади и тестирую микрофоны. Через некоторое время я включу подделочку микрофон и покажу, как записывает подделка. А сейчас я отключу режим шумоподавления и попробую еще записать немного для сравнения, чтобы было понятно. Вот сейчас режим шумоподавления отключен. Лампочка на микрофоне горит синим цветом, да, это видно. И сейчас я пишу звук без шумоподавления. Окей. Хорошо. Раз, два, три. Посмотрим, как шумы идут. Кстати, шумоподавление включается автоматически, по-моему, когда я начинаю разговаривать, голос должен, по идее, приглушаться, чтобы внешние шумы были не так слышны, да? Если я буду просто стоять молча, то внешние шумы будут слышны, как обычно. Сейчас я помолчу несколько. Вот, кстати, сейчас только что проехал рядом мотоцикл довольно громко. Можно будет это тоже посмотреть, как работает. Хорошо, несколько секунд я просто помолчу сейчас. Так. Ну вот как-то так вроде бы, да?
А, не, у нас же сейчас... Стоп, я все перепутал. У нас шумоподавление-то отключено. Сейчас я включу снова. Момент. Надо привыкать. К любой технике нужно... Вот сейчас шумоподавление включено. Угу. Да. К любой технике, конечно, нужно привыкать, и это все приходит так. Не сразу. Не за одну секунду. Вот сейчас включен режим шумоподавления. Попробую подождать, пока пройдет рядом какой-нибудь громкий транспорт. Посмотрим. Да. Ну ладно, хорошо. Слишком длинная запись получится. Я думаю, достаточно будет этого. В общем, примерно понятно, да, как записывает оригинальный микрофон Боя. Сейчас я включу другой микрофон. Подделочку. Вот подъехал автобус, кстати. Секунду. Так, ладно. Вот сейчас я включил режим шумоподавления. Попробуем подождать какой-нибудь транспорт шумный. Вот подъехал автобус. Так. Когда он будет отъезжать отсюда, он немножко будет шумно отъезжать. Проверим звук. Отлично. Хорошо, я думаю, этого достаточно для проверки этого микрофона. Сейчас переключу на другой, на подделку, и покажу, как записывает подделка. И сейчас будем писать звук вот на этот микрофончик. Я не буду делать паузу, я подключу его по-быстрому. Он включается, вот этот вот приемник включается сверху, заряжается отсюда, там аккумулятор есть, кнопочка включается, все вот так вот, все, кнопочка начала мигать, он сейчас ищет напарника, одного из них. Сейчас включу. Мигает, горит зеленый, это значит, что микрофон и приемник нашли друг друга. Вот я сейчас поднес его к себе поближе, и я удаляю микрофон от себя, и звук становится, будет тише слышен. Наверное, вот на таком расстоянии меня уже, наверное, слышно не будет. То есть я когда сейчас относил микрофон от рта, меня, наверное, вообще не было слышно. Я не знаю, как, не могу узнать, какой уровень записи. Но я вот сейчас показывал, да, лампочка на микрофоне горит зеленым, значит, что они друг друга видят, и запись идет с микрофона конкретно. Сейчас я прицеплю микрофон к себе на наушники и все запишу. И вот я сейчас снимаю со стедикама. Пока снимаю с основной камеры, через некоторое время переключу на фронтальную и покажу, как у меня закреплен микрофон, подделка. Сейчас я записываю звук с отдельного микрофона под Боя, и вы сами сможете заметить разницу в качестве звука, наверное, да? Окей, сейчас покажу. Ну, вот таким образом у меня закреплен микрофон. Окей. Лампочка на нем должна... Не знаю, видно, не видно. Может, не видно, потому что яркий свет здесь. Наверное, не видно. Лампочка должна гореть, по идее. И микрофон прямо на меня смотрит. Так, хорошо, чуть не упал. Окей. В общем, как-то так. Угу. Хорошо, вот примерно так записывает поддельный микрофон под Боя. Отлично. Сзади памятник Саакадзе, корпуса. Ну, я думаю, что для демонстрации этих микрофонов вполне достаточно записи. Я сегодня был здесь, покупал кабеля для блока питания для моего нового компьютера. Собирал новый компьютер. Наконец я их достал. Довольно трудно их было достать, но спасибо друзьям. Друзья помогли и еще кое-что. Нашел в магазине, в общем, запасы кабелями на все случаи жизни для модульного блока питания для моего нового ПК. Но я не буду много писать, потому что звук реально противный, наверное, на этом микрофон.
для теста, для проверки записи вполне будет достаточно, чтобы услышать, как он пишет. Вот, я уже пробовал им пользоваться. И лучше вообще не иметь никакого микрофона, чем писать на этот родной микрофон в мобильнике. В смартфоне, короче, записывает звук лучше, чем вот эта вот подделка отбоя. Я уже подобрал, какой я закажу себе новый микрофон, другой микрофон, вернее, на AliExpress. Не эту конкретно модель, которую я записывал предыдущие дубли. Другую модель еще получше я подобрал. Вот. Ну, думаю, что будет. Да, думаю, что надеюсь, что мне понравится. Ладно, на этом все, пожалуй, хватает.